На уходящей неделе многие из нас перестали бегать к термометрам и изучать температуру за окном, чтобы дождаться заветных не выше 8 градусов на протяжении 5 дней. В наших квартирах наконец-то стало тепло. Кстати, Полина, вот у тебя сейчас дома комфортная температура? Да, вполне комфортная. И даже скажу больше, я держу окно на проветривании. Я также поступаю в рабочем кабинете. Вообще, систему центрального отопления часто называют рудиментом советских времен. Она сохранилась далеко не во всех странах бывшего СССР, но, согласитесь, есть ведь огромный плюс в том, что тепло нам по-прежнему дают. То есть именно на плечах государства ответственность за то, чтобы в наших домах было тепло, вода, электричество. Кстати, в нашей стране есть специальный норматив, какой должна быть температура в квартирах зимой – 18-24 градуса. Считается, что именно такой диапазон наиболее комфортный для человека, не вызывает проблем со здоровьем. Так что если у вас плюс 18, а хочется больше, требовать этого не получится. Ведь норматив соблюден.